Теплый овощной салат и сосиски на гриле. Для приготовления понадобится: сосиски 6 штук, хлеб пшеничный 6 кусочков, помидор 6 штук, лук красный 3 штуки, перец сладкий красный 2 штуки, перец сладкий зеленый 2 штуки, кабачок 1 штука, уксус бальзамический 2 столовые ложки, масло оливковое 2 столовые ложки, лук севок 50 грамм, чеснок 2 зубчика, петрушка небольшой пучок, соль по вкусу, черный молотый перец и приправы по вкусу. Очистим лук и разрежем на 6 частей. Чеснок очистим и мелко порубим. Кабачок, перцы очистим, нарежем крупными кусочками. Сложим все в одну глубокую миску. Добавим очищенный лук севок. Перемешаем. Заправим оливковым маслом, посолим и поперчим. Разогреем духовку до 200 градусов. Смажем противень оливковым маслом. Выложим овощи. Будем запекать в течение 20 минут. Вымоем помидоры и нарежем дольками. Добавим к овощам. Оставим запекаться еще на 5 минут. Измельчим листья петрушки. Вынем запеченные овощи и переложим в салатник. Добавим бальзамический уксус, нарезанную петрушку и приправы. Обжарим на гриле сосиски и хлеб, чтобы они зарумянились. Переложим сосиски и хлеб в тарелки. Салат подадим в отдельной салатнице, пока он теплый. Приятного аппетита!